Итак, друзья, сейчас я устроюсь поудобней. Васик, ну что, ты не хочешь быть звездой интернету? Так, вот туда, Васик, туда надо смотреть. Вон туда, все правильно. Итак, друзья, поговорим об Android. Вы знаете, вообще, расскажу сначала прикол. Как я начал зарабатывать в интернет? Мне понравилось сообщение белорусского предпринимателя Андрея Сергиени. Он там что-то писал курсы по фокусам с картами. Он говорит, вот классно, с утра просыпаюсь и в трусах зарабатываю. Теперь по Android. Библиотека Python, Kiwi Android – это очень крутой инструмент. Представьте, в рамках одного пакета, который работает быстро, потому что внутри написан на CPython, хотя мы пишем на обычном Python, то есть работает со скоростью C. Включена Pygame, то есть библиотека игр внутрь сразу. Можно делать программы любой сложности. Можно сделать, допустим, на Kiwi для Android, на Django серверную часть и сделать нечто в виде Instagram, либо курс сделать. Вот вы обладаете какими-то знаниями, сделали курс, просто приложение будет обращаться к сайту. Можно делать игры. По играм, в общем, обучение, я показывал как, кто слушает видео, набираете spb-tut.ru, набираете, выбираете ссылочку «Еще», и там есть Python for Android. Заодно познакомитесь и с сайтом Django школы, и с сайтом Android. Обучение по Android, ребят, рекомендую. Смотрите, мы идем следующим путем. Вначале мы рассматриваем возможности Kiwi. Картинки, как писать код, все начальное, чтобы, по сути дела, загрузить в себя те знания, которые нужны вообще. Рассматриваем макеты, графические интерфейсы. По сути дела, первый этап нам даст написать для Android абсолютно любую программу, хотите там по столовой, по пище, почему хотите. Вторым этапом мы будем делать игру. При этом я проанализировал большое количество западных сайтов. Знаете, как они делают? Они делают игрушку. Ну, допустим, в Kiwi можно делать неделю игрушка. Потом, которая пошла, ту и дорабатывать. Они делают игрушку одну и начинают ее дорабатывать, которая пошла. Купила хотя бы пару человек, да? Потом меняют основной смысл. А в Kiwi такая крутая вещь, знаете, мне понравилась. Там картинка, вот она будет двигаться, то есть оно работает с картинками. Сначала, допустим, это у вас там человечек или что, вот эти игры, когда человек едет там в поезде, ему там нечего делать, он скачивает игру и там прыгает через препятствия, набирает очки, это интересно. Так вот, что они делают? Они меняют, тут он прыгал через ступеньки, потом он через бугорки, то есть, по сути дела, можно наделать большую кучу клонов игры. И третьим этапом мы пойдем, делаем серверную часть на Django, мобильную часть на Kiwi и соединяем API при помощи REST Framework, либо другого фреймворка, их много. Ну, даже можно сериализацию делать при помощи Django. В общем, это круто. Библиотека Kiwi, она проста. Кстати, ребят, заходите на сайт spb-tut.ru, в разделе «Еще» найдете в главном меню ссылку на Instagram. Подписывайтесь, следите за школой, делитесь фотографиями. Работа в Instagram заключается в следующем. Все тупо и просто. Вы, конечно, постите картинки, которые хотите, но кроме этого, допустим, вы занимаетесь строительством, как вы там строите, в описании, в комментариях ссылка, надо звезду интернета принести.
сегодня не в настроении, извините, не хочет сниматься. Вот так с утра вы будете подниматься, пить кофе, жить где хотеть. По сути дела, у меня все это случилось еще с 2009 года и в 2011 году. Басе комментариев не нужно. Сегодня мы с женой мало ездим. Но вопрос в том, что сегодня мне хочется... Вот идет. Ну, Басик, а до свидания дядям и тетям сказать надо ж? Придется выманивать. Басик, супер инструмент. Иди, твой звездой интернета, вот стул надо починить. Иди, твой стульчик. Иди про Android будешь рассказывать. Ну что ты выглядываешь? Иди. Ну, не хочешь, не надо. Все. Ребят, пару слов по Python. Когда вам говорят там, типа, Python медленный, ребят, но кто не знает, может быть. Все зависит от того, какую библиотеку вы возьмете, извините, я буду, какую библиотеку вы возьмете. Есть же Python C, есть Python Java. Все эти сборки есть, при этом мы пишем на Python. Мы можем получать всегда любую скорость, плюс скорость C2+. Итак, Басик, что ты скажешь насчет Android? Да, ее больше интересует пока резинка. Ну-ка, опа. Ну, давай покажем, как мы умеем играться. Ай, молодец. Ну, все. Спасибо, ребят.